то, что мы, да, вот человек подошел и мне сказал, Владимир Юрьевич, у меня первое будет, с чем я столкнусь, это информационная. Да, да. Грязь будут видеть точно, потому что она никогда уже начали видеть. На нас мы уже привыкли, потому что на Юру не бьют, потому что он в выборах особо в городе. А меня боятся. Ну, по-честному. Ну, я и не то самое. Я не потому. Я по информационной повестке я принес в офис президента, кстати, о чем я не говорил, весь устав своего участка продает. Да. Продает за дешево. Первый городской канал. Если даже есть первый. Ну, что мы можем данные являемся муниципальным каналом. Но фактически я думаю, что это на той стороне. У него килограмм. Я сказал, что червоный ерунды. Офис президента, и офис президента сказал, что мы и сами такое создали. Я говорю, это создалось за 5 миллионов. Они формируют определенную линку. Да, да, больше, ну, как это самое. На выборах, говорю, он пригодится. Да, мне не надо. Не, он пригодится, и на выборах и пригодится. В течение этих говорят, четырех. Говорят, не надо. Я говорю, я сделаю все, чтобы КНК его финансировал. Зарплата содержания канала 600-700 тысяч гривен в месяц.